В Твери подводят итоги конкурса «Цветников. Украсим район своими руками» среди многоквартирных домов. Одними из первых наградили победители из центрального района. Это жители одной из многоэтажек, что в спортивном переулке. Там-то и находится самый нарядный цветник. Вот это розочки у нас, да? Да. Белые, разноцветные. А впереди это новая розочка. Называется «Алые губки». 20 лет назад под окнами этого дома лежала грязь и строительный мусор. Жители решили, что хотят видеть другую картину. Вскопали территорию, посели траву, посадили хвойные деревья, разбили цветник. Окружает садик кованый забор с нотной строкой. Это не просто ноты, а белый вальс Галины Катрук на стихи Евгения Сигарева. Произведение, посвященное одной из устроителей цветника, оперной певице Татьяне Бастаевой. Все началось с того, что я вышла на балкон, и здесь мусор, грязь, обломки, недоделанность, ничего. И мы решили, что надо как-то с чего-то начинать. Каждая деталь садика и растения куплены на деньги инициативных жителей дома. Все камушки, начиная от самого маленького и заканчивая этим булыжником весом в 500 килограммов, грамотно подобраны по цвету и размеру, украшая композицию. Красота спасает мир, правильно? И людям, которые приходят с работы, усталые, они останавливаются, улыбаются нам, конечно, благодарят. Цветники выдержаны в едином стиле, хотя разбивали их совсем не ландшафтные дизайнеры. Каждый год жители воплощают в жизнь новую идею. В этом году Татьяна Бастаева устроила сухой ручей и установила парковую скульптуру. И именно эта композиция стала лидером среди цветников центрального района. Более 20 лет, вот просто только подумать, более 20 лет мы с вами, в общем-то, делаем одно такое, одно и то же дело, рутинное, но оно нам не надоедает, потому что любим и потому что красиво. Вот вы создаете цветники, а я бы сказал, что вот цветник центрального района, людской, человеческий цветник сейчас находится здесь. Напомним, что конкурс на лучший цветник среди жителей многоквартирных домов проводится ежегодно. Авторы лучших композиций получают благодарственные письма и сувениры.